в Донецк с концертом, потом Луганск. Это гастрольный график Иосифа Кобзона. Несмотря на запрет СБУ, певец, который числится и в черном списке на въезд в США, пересек российско-украинскую границу. Не исключено, что следом за вечным воспевателем Кремля развлекать террористов приедет Иван Охлобыстин. Накануне служба безопасности Украины, то ли актеру, то ли священнослужителю, также запретила въезд в страну. То же самое сделала на днях Латвия. А вот Андрею Макаревичу и дальше запрещают выступать в российских городах. На этот раз концерт отменили в Кургане. Половина россиян считают музыканта, который открыто заявляет о своем несогласии с политикой Кремля, предателем интересов России. Такие данные соцопросов.